Здравствуйте, дорогие друзья, вы смотрите канал Данила Кулеша, и поговорим мы сегодня про программу, которая называется «Акт Монитор». Итак, поехали! Итак, запускаем программу «Акт Монитор» и смотрим, что же она умеет делать. Итак, у нас сверху нарисовано... Сколько места занято, сколько свободно, какая память у нас, система у нас 282 мегабайта, активно 52, неактивно 27 и свободно 140 мегабайт. Это про оперативочку. Здесь у нас написано процессы, которые выполняются и сколько они по времени выполняются. Переходим во вкладку батареи. И в батарее мы видим, что батарея у нас разряжена на 45%. И смотрим, на воспроизведение видео у нас осталось 4 часа 3 минуты, на воспроизведение аудио у нас осталось 16 часов 12 минут, и на интернет-соединение по Wi-Fi у нас осталось 4 часа 3 минуты. Смотрим дальше. Также у нас есть сеть, которая показывает, какая скорость у нас входная, какая скорость у нас выходная, IP-адрес и MAC-адрес нашего iPad. И также есть спецификации. Значит, смотрим, у нас есть куча всяких размеров, и смотрим, что же у нас про наш iPad 2 на 16 гигабайт. Device name, версия iOS, сколько у нас диск есть, потом процессор какой, дата представления, экран, емкость батареи, Wi-Fi, Bluetooth, потом сколько у нас камера задняя, фронтальная камера и сколько он весит, то есть вся спецификация. Также мы можем посмотреть все про другие iPad, iPad оригинальный и куча всего. И тут, по идее, ну здесь эта версия под iPad, вот iPhone пошли. То есть мы можем посмотреть все спецификации с помощью этой хорошей программы. Вот эта линия, по которой вы можете листать сверху, вот. Вы пролистываете и ищете свой девайс, который вы хотите посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки. Спасибо, пока.